Впервые Сургутский музыкально-драматический театр едет на гастроли в Берлин. Художественный руководитель немецкого театра Кай Вушек лично пригласил артистов на ежегодный фестиваль. Европейской публике покажут спектакль «Лиса загрызает кролика» по пьесе немецкого драматурга. Год назад Кай Вушек специально для сургутян поставил этот спектакль, который вызвал массу споров у зрителей. Не всякий зритель готов смотреть этот спектакль, потому что в нем поднимаются темы, ну, в нашем обществе, в российском, они табуированы для обсуждения, для показа на сцене театра. Это темы суицида, умирания, эвтаназии, одиночества. Такие тяжелые темы. Хотя в спектакле они подаются непривычно траурно. Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия.